Первый в этом году мощный тайфун Непартак сегодня утром ослабел до уровня тропической депрессии и продолжает двигаться в северном направлении. Непартак достиг побережья провинции Фуцзянь на востоке Китая в субботу и принес проливные дожди и ветер силой до 10 баллов. 9 июля количество осадков в городе Путянь достигло 230 миллиметров. Из-за непогоды в некоторых городах и поселках провинции начались наводнения, брошены жилые дома, затопленные сельхозугодья, парализовано движение транспорта. В ожидании удара стихии железнодорожная администрация отменила 341 рейс. Под воздействием Непартака также провинции Чжэцзян и Цзянсу. Сила ветра на море близ некоторых городов провинции Чжэцзян достигла 8 баллов. Уровень воды на озере Тайху составил почти 5 метров. Это на 1 метр выше уровня предупреждения. К полудню 9 июля эвакуированы более 180 тысяч человек.